Да, ему нрав, дай. Кому же, да, да, он А, нравится. все. Вот сейчас самое главное, это первый фраг, запомни. Пизду, блядь. Урод. Я ожидал очень сильно разочарованный, его. Плохая, да, игра? Охуеть, какая. Вот в Quake 3 ты меня по-любому выиграл. Это не то, что по-любому, ибо ты просто был так же разочарован, как я тут. Файт. Рестарт, свалил сверху или сверху, блядь. Упал как пончик. Упал, блядь. Давай. Давай. А то тут ты долго сражался, кстати. 10 секунд, блядь. Стол, что ли, склянный неудобный, бля, руки лежат в поте, блядь. Чё вот делать, бля? Сейчас ещё фраг отдадим. Он в ахуе. Блять, как с этой хуйни стрелять? Такое дерьмо, Headshot. Impressive. Humiliation. Блять, вообще как просто. Может, мне... Блять, специально захочешь играть, вот, ебать, дерьмо, ебать. Такое я бы даже в жизни не создал бы, блядь. Просто одни и те же респауны, просто ты меня убиваешь, и знаешь, где я нахожусь, ебать. Ну нахуя так играть вообще, ты же глупо, ебать. Если ты, прикинь, просто сжираешь весь круг, блядь. Просто ты меня ебашишь один раз, все пиздец, по идее, мне, ебать. Смысла играть просто нет, ебать. Хули толку вообще куда-то ходить, что-то там, блядь, пытаться сделать. Один хуй знаешь, где я нахожусь, просто пришел. Ну, блядь, по рукам сделал, блядь, побыстрее, так допереть до туда и все, ебать. Хули толку. Блять, это вообще хуй, такое говно, говно, блядь. А в Quake 3 ты сильно, да, играешь? Сильно, да, играешь? Ёбнешься вообще. Мне кажется, сейчас сильнее всех, ебать, практически, блядь. Это я тебе говорю, я еще, блядь, не играл 5 лет, а играл только неделю, ебать. Блядь, себе поиграл здесь месяц, ебать. Ну не в это вот это дерьмо, а вот, блядь, то, что я играю, нормальное, блядь. Ебать, это вообще хуйня. Сайфер, Эвилы, блядь, там все нахуй налетело, ебать. В конце агент, ебать, повозки, ебать. Да ты давай, соберись. Первый фраг. Вся карта твоя будет из-за первых фраг сделаешь.
Impressive. First frag. Что-то не пошло, не. Блять, я хуй знает, по сука шафт вообще кодрит, блядь. По 6 процентов? И по сколько, блядь? Ебать, как блядь. Пока я тебя сейчас сводил, сейчас 40-41%. Блять, ты играешь в другой квейк, тебе пизда, ебать. Здесь просто тут. Блять, с ним вообще хуй. Надо стрелять как по 5 минут, блядь, чтобы убить его. Просто дерьмо, ебать. Просто игра основана просто на одной тупой стрельбе с рейла, блядь. Остальное вообще хуй, нахуй, по идее, можно оружие так убрать, блядь. Так добивать его. Просто рейлом потыкал, блядь. И чемпион, да? Тупо чемпион, ебать, блядь. Говно, ебать. Блядь. Ну давай, вот первый фраг. Вот если сделаешь, ты законтришь карту, вся карта твоя будет. Я не знаю, что делать. Я прям вообще в ахуе. Как ебать? Вот это вообще лучше. Просто машина. Охуеть, просто охуеть. Нехуй играть, просто тупо. Три раза с рейла ткнул, добил шотганом, блядь. Мне просто повезло. Люди, кто там вообще проводит соревнования, поэтому, блядь, надо просто пиздить, ебать, дебилов, ебать. Блядь, он меня здесь убил, а тут появился, он опять подходит ко мне, все, блядь. И опять я тут, блядь, появился, ебать. Блядь, это вообще маразм, можно просто на одном месте встретить чувака убивать и просто пиздить, ебать. Нахуй вообще играть, ебать. Блядь, такое дерьмо, ебал я его в рот, нахуй. Просто пизду, бля, короче, это, блядь, Колян, давай до завтра, я пошел. Немного отдохну, мне не пизду уже, блядь, ничего, ебать. Хороший, блядь, пизду же, I'm gonna do that.